Ну, хотел бы поздравить Васильевича с победой. Ну, у нас хорошо поработали в привиле, немножко еще не дошли. Работали большинство, получилось. Ну, в принципе, плохо сыграли. Мы после отборочного турнира, в общем-то, еще так мало времени прошло. В общем, благодарен ребятам, что они собрались, сыграли. Да, хотя видно, что тяжело и такой свежести не было, но тем не менее хорошо, что там не надо было молодой вратарь, забили эти голы, что-то довели до победы, к сожалению, в конце расслабились. Пропустили два этих необязательных дела, можно было как бы без них обойтись. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Если есть. Да, пожалуйста. Кого вы из игроков команды вы выделили и оценили игру голкипера? Никого я там не выделил. Все сегодня старались, играли как могли. Так, Еремеев очень хорошо сегодня сыграл на задней линии. Не дали ему, к сожалению, на ноль сыграть. Пожалуйста. Айвич, а как вы оцените шансы Борисов в плей-оффе? А ничего не оценим. Попадем, но... Нет, ваша цель. Дмитрий их оценит. Жив Васильевич оценит. Интересно было, что вы скажете. Не в своем разобраться. Пожалуйста. Олег Валерьевич, вопрос такой по Шарыченкову. Вы сегодня дали отдохнуть Еременко или... Нет, было запланировано, запланировано было, да. Вот. Да. Последние две игры сыграет, перед плей-оффом. Пожалуйста, еще вопрос. Когда скажем?